Еще одни соревнования прошли в Махачкале. Юношеское первенство города по вольной борьбе памяти Гамида Гамидова. Так, обладатели 11 комплектов наград определили 356 спортсменов. Наибольшее количество, 5 золотых медалей, завоевали воспитанники спортшколы имени Гамида Гамидова. Дважды первенствовали представители «Спартака», среди лучших вольники Магомед Хабиб Ибрагимов и Шамиль Хириев, а также Алибек Магомедов.